хорошо. В настоящий момент в районе Катав-Ивановска размещены станции Пермского горного института. Но они не стационарны, через какое-то время будут сняты с охраняемого радиуса. Есть же сейсмическая сеть Российской Федерации, разноуровневая. Вот ближайшая, постоянная, которая входит в глобальную сеть, это Арти, но от вас далековато. То есть, вообще-то говоря, у нас на юге Урала, насколько я знаю, станции такого же класса нет. Поэтому, в принципе, вообще-то в масштабах страны иметь постоянно действующую станцию высокого класса в вашем регионе было бы хорошо. За последние 2 месяца на Южном Урале сейсмологи зафиксировали около 50 подземных толчков. С таким ученые столкнулись впервые. Поэтому вопрос о прогнозировании землетрясений сейчас довольно актуален. И сейсмологи надеются на положительное решение губернатора о строительстве станций.